Окей. Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня я снимаю новое видео на моем канале, а точнее я снимаю вторую часть от 10 вещей, которые случались с каждым. Да, каждый 100% уже знает, почему вы классно встречаете, потому что вы проявили супер просто актив под прошлым, позапрошлым роликом. Я поняла, что вам зашла эта рубрика и решила для вас снять вторую часть. В этой части будут вещи, которые, наверное, нас больше всего раздражает, например, когда вас, например, на уроки не взяли, если вы что-то знаете, а берут, когда вы что-то, наоборот, не знаете. Или, например, у вас что-то, вы запинаетесь об себя, или когда вы кушаете, у вас упала еда. Поэтому, мне кажется, у каждого такое случалось, и вы поймете, что я имею в виду в этом ролике. А если особенно тебе интересно, и ты хочешь увидеть чаще всего еще такие видео, то подпишись на мой канал, поставь колокольчик, потому что на этом канале лежит еще очень много вещей, которые, собственно, тебе зайдут. И поэтому меньше говорить и погнали! Кстати, и важная информация для вас. Теперь видео будет выходить по вторникам, четвергам, либо пятницам. То есть либо в четверг, либо в пятницу. И по воскресеньям. Точно я вам скажу, когда будет выходить видео в четверг, либо в пятницу, уже во вторник. Потому что я не знаю, и мне нужно определиться, я буду выкладывать либо в четверг, либо в пятницу. Но, наверное, больше вероятность это будет четверг. Поэтому ожидайте видео во вторник, следующий, в четверг, либо пятницу, ну, по идее, в четверг, потому что я надеюсь, что это будет четверг, и воскресенье. И также через неделю будет четверг, вторник, четверг, 31-го, и потом уже в новом году примерно так же будет идти. Также я вас прошу, если видео вдруг не выйдет в этот день, не расстраивайтесь, это значит, что либо YouTube что-то празднует, либо у меня очень слабый интернет, потому что мне кажется, у каждого такое есть, что когда часто выкладываешь видео, или у меня блогер сейчас поймут, что интернет может зависать. И у каждого второго может зависать интернет. Поэтому, если видео не входит, не расстраивайтесь, я вас предупрежу, в Инстаграм переходи, подписывайся. Я буду там предупреждать, когда будет выходить видео, почему оно не вышло и так далее. И видео будет всегда выходить, когда в Германии ночь. Получается, если зависит от того, где вы живете, получается, будет у вас выходить либо утром, либо вечером. Я не знаю, просто где уже напиши в комментариях, будет интересно почитать. Но запомните, теперь видео будет выходить по вторникам, четвергам, чаще всего четвергам, потому что я не думаю, что я буду в пятницу тянуть. Короче, вторник, четверг и воскресенье. В эти дни будут выходить первые у меня ролики до конца моих каникул. А теперь можете продолжать смотреть новый ролик. Пойдем, погнали! Привет, как у тебя дела? Привет, хорошо, как у тебя? Да у меня тоже все хорошо. Слушай, не хочется ли гулять, раз мы с тобой уже встретились? Пойдем погуляем. Напиши мне в Инстаграме или в Ватсапе, и там обсудим. Просто я сейчас тороплюсь, видишь, ну никак. Давай ты мне напишешь, и мы с тобой там подумаем, может быть, сводим. Ладно, хорошо, договорились, пока. Ну все, давай, пока. Мам, ты меня звала? Нет, а что? Окей, просто показалось, наверное. Так. Все, я готова, пошла гулять. Вроде сделала телефон. Телефон, пожалуйста, будь заряжен, умоляю. 20... И как-нибудь идти гулять? А повербэнк. Да шо, что такое-то? И ты севший. Тебе же не хватит даже зарядить его. Отменяется. С тобой больше не дружу. А может, подружу кого-нибудь спросить, потому что у них есть повербэнк. Хотя... Ну, блин. Ура! Наконец-то вечер! Я так устала. Наконец-то я могу поспать. О, нет. Я же уроки еще не сделала. Блин. Пожалуйста, пусть нам будет немножечко. Я за полчаса успею это еще сделать.
Пожалуйста, пусть там будет мало. Так, я ничего не видела. Фу. Скажите, пожалуйста, что мне это показалось. Посмотрим еще раз. Может быть, я поглазница, что я сильно спать хочу. Не поблазнилась. Блин, никто не может объяснить, как можно вот столько много задавать? Так, объясните мне кто-нибудь, как? Не хочу теперь всю ночь сидеть, только эти уроки делать. Так, надо думать. Может быть, начать сделать то, что я успею до 30 минут, и потом утро продолжить? Да, так и сделала. А то я спать еще уже надоела. Завтра проснулась пораньше и сделала. Так, пора выбирать фильм. Ты мой родной, иди сюда. Так, включаем фильм. Так. Фильмы 2020. Так. Чего у нас здесь интересного? Та-та-та. Еще фильмы. Та-та-та. Вот это выглядит интересно. Надо посмотреть. Не, фу. Я это смотреть тоже не хочу. Картинка, блин, интереснее, чем фильм. Не, я это смотреть еще. У меня желание пропало фильм эти смотреть. Почему картинка интересная, а фильм нет? Ну и ладно. Так, Алина, напрягись. Сейчас нужно вспомнить полностью, потому что это очень важно. И, кстати, не вспомнишь, то будет не очень хорошо. Давай. Так. Та-т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 а. Нет, стоп. Алина, сосредоточься, у тебя все получится. Та-т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 а. Господи, эта гирлянда отвлекает только так. Еще раз. Нет, стоп, другая сторона, блин. Последний раз. Алина, давай сосредоточься, ты помнишь это. Ты сможешь. Так, ну, плюс-минус похоже, но всегда, когда мне нужно знать что-то очень важно, я всегда это забываю. Ну, ладно. Ничего, здесь главное, что я вспомнила. Слава богу, спасибо. Ура, я купила фломастер, который нужен в школу. Как же вы все это делаете? Ладно, я не умею. Так. Надо проверить, тот ли я не тот купил, потому что оранжевый — это просто бомба. Это просто самый красивый цвет, который я знаю. Стоп. Почему не стоит черный? Ну, блин, ну черный — это как-то банально. Ну, это классический цвет, который можно по сне пользоваться. А оранжевый такой яркий. Блин, если не честно, магазин уже закрыт, и завтра школу. Еще и к первому уроку надо. Блин. Так. Ищем положение. Дома у нас таких маркеров нет. Поэтому я и взяла, кстати. Оранжевый не подойдет, хотя можно спросить, может быть, оранжевый тоже одобрят. Ну и в крайнем случае, я надеюсь, у кого-то будет два, их я одолжу кого-то. Ну и завтра после школы придется покупать эти новые черные фломастеры. Из каждой проблемы всегда есть выход. Ладно, ну-ка, зато у меня теперь есть оранжевый маркер. Или фломастер, фиг знает, что это такое. Не, маркер вроде бы. Который мне очень нравится. Буду хотя бы дома им пользоваться.
пожалуйста. Я знаю, можно ли я отвечу, но я вас прошу, пожалуйста. У меня уже плечо скоро отсохнет. Какую другую руку, то мне завтра опять плечо болеть будет. Пожалуйста. Все, я не могу больше, мне уж плечи болят. Я больше вообще тогда в таком случае руку поднимать буду. Почему? Когда я знаю, меня не берут. Зато когда я не знаю, сразу все учителя. Давай, отвечай. Я в таком случае вообще руку больше поднимать не буду. А то, когда знаешь, не берут, когда не знаешь, берут. В чем логика? В чем логика? Ой, плечи теперь болят только. Ну и ладно. Так, я что-то хотела сделать. Тьфу, блин, а? Что ж такое-то? Так, что я хотела-то сделать? Здесь... Нет, я сегодня ничего не хотела сделать. Хотя... Нет, не то. Да что ж такое-то, а? Блин, ноги что ли кривые? Что за день, блин, сегодня такое, а? Да что я хотела это сделать-то? Ладно, пофиг, потом вспомню. Наконец-то я могу покушать. Наконец-то, после столько времени. Блин, наконец-то. Вот я не люблю, когда меня отвлекают. Вот зачем мне звонить? Вот трезвонить прям. Это меня отвлекает. Мне затем мандарин к тире упал, и теперь её не съешь. Хотя... Можно еще. Она же не полностью упала. Половину можешь съесть, а которая упала, половину можно просто убрать, а другую половину скушать. Почему бы и нет? Главное, что мандаринка не вся упала, поэтому одну половину можно съесть. Ничего, мне кажется, от этого не будет. Ну, на этом видео только концу. Я надеюсь, вам понравилась эта рубрика, это видео. Да, если вы опять проявите очень бешеный актив, ну, короче, бешеный, очень большой актив, что вы будете ставить много лайков, просмотров будет много, будете писать много комментариев, я это вижу, то ждите, скоро от меня ответит чат. Давайте наберем 30 до 50 лайков или больше, и тогда я точно снимаю третью часть, потому что я пойму, что вам это нравится. Поэтому да, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, снимайте ваши одновременные реакции, если вы хотите в истории, в Инстаграме или в ТикТоке отмечать меня, я буду, конечно, тоже просматривать. Пишите комментарии, какие вещи хотите еще увидеть в следующем ролике. Даже самые креативные попадут ко мне в ролик, и я еще тому человеку передам привет. А я знаю, что вы у меня креативные, и у вас все получится. Поэтому пишите мне комментарии, я обязательно прочитаю и сниму третью часть. И также теперь ролики будут выходить чаще всего вторник, четверг и воскресенье. Воскресенье, наверное, это для всех уже банально, потому что я всегда выкладываю по воскресеньям ролики. Но из-за того, что сейчас у меня каникулы, я решила сделать для того, что я пропустила 2 недели до этого. Я вам добавляю такой, можно сказать, почаще буду выкладывать видео, плюс еще конец года я даю газ, чтобы быстрее довести этот год до конца и начать... Новый год, мой как с чистого листа, с новыми видосами и так далее. Поэтому ждите, потому что будут очень классные ролики, сама уже не дождусь, когда вы их увидите, и надеюсь, что мне вам понравится, потому что мне они очень нравятся, и надеюсь, что вам понравятся они также. Поэтому не забудь подписаться, потому что я тебе говорю, ты пропустишь очень много, если не подпишешься. Одна мои видео наткнешься очень часто. Подпишись на мой инстаграм, потому что там ты всегда узнаешь, когда выйдет новое видео. Там проходит самое важное просто, когда, во сколько, про что мне снять видео на ютуб. Там выходят часто мои собственные хореографии, которые я придумала лично. Выкладываю там очень классные, красивые фоточки.
Ну и да, мне кажется, я все рассказала про Инстаграм. Подпишись на мой ТикТок, потому что я в последнее время там тоже стала активная, и там тебе тоже что-нибудь понравится, и ты найдешь что-то, что именно тебе будет по душе. Ну а мы с вами увидимся уже во вторник. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!